Эй, куда ушел? Ну, что-то не то, да, это важно. Вот за 3 дня, говорю, да. Короче, это как бы, да. Охренеть просто, да, понимаете. Ну да, ну вот это был он сам. Да, наоборот, да, вот это он имел, никогда не догонишь уже меня, говорит, да, понял это. Да. Ну вот это был он сам, да. Ну да, ну, вот это и был он, вот и был сам. Как, ну вот это и был он. То есть ты уже все в долгах, как мама, это как шелка, да. Получается 135, грубо говоря. Ну да. То есть, да, 40. 42. 42, ну да. Ну вот это он имеет в виду. Ну да. Типа того. Ну вот это он имеет в виду. Ну что, как не посчитаешь, что ли? Ну где-то так, да, получается. 60. Да, надо ну, ответить на самом деле. Можно взять кредит в банке и считаться. Да. Ну тут нет компонента, меня как бы нет, понимаешь? Деньги-то у меня откуда, да, что мне, да, это не учитывается, как бы, по идее, ты можешь прямо в долгах сидеть, но тебе надо поставить, да, на то, что ты зарабатываешь, не более того, что ты зарабатываешь, что ты, и это идет куда-то в будущее, какой-то прогресс, то есть, твой прогресс, ты рост, на знание, да, это не важно, поняла тебя, то есть, в принципе, это банально, то есть, ты не понарошечник, должен за деньги делать это. Это то же самое. Все ничего не стоит. То есть то, что твои родные все скопили, и все, что они тебе хотят на тебя повесить, да, то есть, ну, это ваша угроза просто. И это да, что ты должен. Да, с языком вышел, думай, все, и пошли нахер. Да, это нормально. В принципе, мне и сейчас тоже ничего не мешает это сделать. Просто я пока не на работу сейчас. Да. То есть это нормально, это намного нормальнее, чем то, что вы хотите внухить. Да, себе, что... То есть, да, потом они сейчас. Да, ну не важно. Согласись, что так оно и есть, так оно и было. Почему вот ты слишком влюблен? Почему аппаратка такой умный не сидит, да? Въебись ты, почему? Что вы хотите, идите, можно куда-нибудь.
просто обстановка. Пока она не выяснена, я пока побуду тем, кем я был до этого, что ли. Пока побуду собой еще. Ну нет, ну как бы не то, что... Какие планы были лучше? Стоит 30, это стоит, то есть и при этом суета, и не факт, что ты туда приедешь, и у тебя, и ты свою, ничего, то есть ты не станешь ференсом листом, ты не станешь играть из этого, ну да, и так далее, да. Ну ладно, это такая скидон, скидка такая, да, типа того. Ух ты, блин. Да я тоже все читал, да? Да, все читал. Да, я тут, значит, первый у меня был этот. Эй, а там нету даже первых. То есть, да, потом, то, все хорошо, короче, да, понимаете? Нет, даже смотри, сейчас все умерли и перестали даже мне продукты приносить или еще что-нибудь, что я буду делать. Да, ну, немножко, и что дальше, и насколько это вредит, неизвестно, то есть, как бы, ничего, никакой катастрофы не произошло, и я себе... Неизвестно, лучше или не лучше, неизвестно. Если бы я хорошо бы понимал свою судьбу, может быть, я бы уехал, а может быть, нет. Ну, съездить туда посмотреть, может быть. Почему? Почему да? Почему? В какие-то вещи, которые можно просто туда не заходить лишний раз, все. Можно сейчас вот, ну это женский, ты понимаешь, женский принцип тратить, ничего не понимать, что происходит, да, и отдыхать, да. И детей не рожать, а просто планируется, я, да, хорошо так планировали, блин, вообще три квартиры съели, блин, вообще, блин, да, ну ладно, меня не касается, да, да, ну что сказать, да, да, вообще просто, да. Нет, ну это приданное как бы женское, типа, да, 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 а, ты мне, поняла, да, вся тут, а, да, ты меня хочешь, как в мире, чтобы мне, чтобы приданное сделать, да, да, вообще я просто, то есть, не знаю, даже с невесткой приданное, что ты, как бы, ну, что-то вроде как есть. Понимаешь, да, что это оскорбительно. Да, что понимаешь, что когда тебе
как пацану, то есть это имеется в виду, то есть что ты либо инвалид, то есть как бы это просто унизительно как-то, хер его знает. То есть что жить неохота даже после этого, то есть не знаю даже как это, ну ты понимаешь, короче. Да. Тебе, типа, вот мама следует это, что ты членосос при этом вообще, да. То есть что ты самый никчемный из всех, она понимает, да. Да. Что ты вообще, ну как бы, да. Ну да. Ладно, поехал. Все нормально на самом деле, да. Даже так, ну да, берешь и нарабатываешь то, что. Да. Да. Ну да, и как ты всех на место поставишь, а не как, блин. Пока надо, да. Как Битлз ушел с гитарой из дома, и все, и купил себе 10 домов таких потом, например. Просто так, от тупости. Да. Это я не говорю, что хороший вариант, ну как пример. Такое просто всегда было и так далее. Да. Понимаешь. Надо быть собой. Надо что-то, да, надо какую-то страсть иметь в себе. Вот хочу и все. Самым крутым или каким-нибудь там. Просто, да, понимаю. Да. Нет, все уже так вот, да, понимает она тебя, да. Вы такие умные прям, да. Ну, нет, так и бывает. Просто другие Битлз начинают повторять. Почему да? Понимает. Что почему-то научить себя, да? Ну, понимаешь, да. Мышление, да. Автономным, самостоятельным. Самостоятельно, да, да. Сам себе дорогу прокладываешь, новую свою. Да, наверное, как-то так, да. Да. Ну, значит, может, ошибаешься, да. Во всем вообще, да. А, все хорошо, хорошо, пофигает. Да наоборот, это песня сам. Ну вот это и было сам. Ну, типа того, да. Ну, да. Ну это он умеет и тут. Да наоборот, да. Да, да. Ну что, на лице для тебя знать. Запись еще не есть.
знаем, да, верно, видите тут. Ну, наоборот, тут вот это и есть оно самое. Ну, это имело в виду, вот это и было. Ну, да. Ну, нет, мы же договаривались, что 8 тысяч у них входит. Сначала вообще 7 тысяч было. Потом я сам уже добавил цену, чтобы 8 как-то, не знаю, потому что мне казалось, что там... Как бы меня не выгнали, и потом, наверное, да. Наоборот, да. Наоборот, потому что да, наоборот. Да. А, это что, да. Наоборот, так и думаю. Наоборот, они все равно ничего не видят, вот это и есть на самом деле. Да. Лайф Гехен. А, и это. Завали. Раз.
Никто тебе это не скажет даже, да. Ладно. Да, да, да. Вот это тоже такой вариант. Понятно. Секунду, wait a second. Вопрос понятен. Мне тоже вот интересно. Давайте как-то не то что разделим, дифференцируем. Ну, знаешь, как бы в интеллектуальных сферах, да, понимаешь, это важное определение, чем они отличаются. То есть любовь к женщине, к человеку, чем они отличаются? В каком? А, да, вот это тоже, кстати, интересно. Любовь к женщине, к человеку, да, то есть человек. То есть, да. Ну да, да, понимаю. Да. Без разговоров, да. Понимаю, это. Я не это имел в виду вообще, ну как бы какая нахер разница? Понимаете?
То есть женщина и человек — это разные понятия, что ли? Это вы сами разделяете уже, или что? Ну, я понимаю, что... Ну да. Ну, это оно все сошлось, как бы, да. Эта туфта вообще мне денег не платит, мне надо сдалась. Только титки там смотреть бесплатно. Наверное. Жек-ин. Нет, наверное, что-то.